Чё там, блядь, я вышел, там никто не занимает. Убываем в расположении район Михайловки. Ну, согласно плана вывода тяжелой техники, мы покидаем эти позиции, выполнили задачу. И теперь будем ждать распоряжений нашего командующего для того, чтобы перевооружиться, отдохнуть, отремонтировать технику, ну и готовиться к обороне. Мы знаем, что они будут провоцировать нас, будут наступать. И президент поехал в Арабские Эмираты договариваться о тяжелом вооружении. Америка им отказывает, Европа отказывает, а Арабские Эмираты согласились присылать тяжелое вооружение и инструкторов. Англичане собираются 75 специалистов сюда направить, вооруженные силы Украины, для того, чтобы обучать их. Ну, это не говорит о мире, это говорит о войне. Да, мне бы хотелось, конечно, попасть там к родителям, там, к дому поближе. Родители увидеть там такое. А так, не знаю, что будет. Давно здесь стоите? Ну да, уже давненько стоим. Сколько? Месяц точно я здесь. Месяц? А сам откуда? Да я сам с Роскошного. Село Роскошное, улица Набережная. Родители, если меня увидят, привет. Так вот. Наша оценка, моя персональная оценка, это хорошо, хорошая оценка. Как сказать, я не русскоговорящий, и я не имею права интервью давать.